Силовики задержали банду воров-домушников. Чтобы арестовать их, квартиру пришлось брать штурмом. Это кадры задержания подозреваемых в серийных кражах. По версии следствия, трое мужчин, всем от 35 до 40 лет, проникали в коттеджи и выносили деньги, личное имущество, а из гаражей угоняли снегоходы. Орудовали сразу в нескольких городах области. Воришки отметились в Садке, Златоусте и Миасе. По обстоятельствам совершенных краж в территориальных органах внутренних дел возбуждены уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление их причастности к иным преступлениям. Известно, что все подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас мужчины находятся под стражей. Полиция выясняет, сколько на их счету может быть преступлений.